Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в нашу любимую игру Коротышки. Так, мы на 12 уровне застряли. Попробуем сейчас продвинуться. Так, вот мы стреляем вот сюда сразу денежку. Опа! Получаем. Так. Может быть, подожди. А, мы не успеем, да? Да, дядька убил, убила этого. А почему мы его назад не ставим? Давай мы его поставим куда-нибудь подальше назад. Так, вот сюда. Зачем он здесь нам нужен, правильно? Мы его даже сейчас вниз поставим. Потому что, возможно, мы что-нибудь с ним можем сделать потом в будущем. Так, давай проанализируем. Проанализируем. Так. Видишь, этот стрелок стреляет. Ну, сейчас посмотрим, сможем мы еще что-нибудь сделать интересного. Так, заморозка. Так, заморозка. О, мы получили второй сундук, это круто. Это круто, хорошо. Так, сейчас вот этого убьем. Угу. Так, всего лишь мы заработали 2000. 2000 монет. Но... Нам нужно хотя бы 2500, да? Да, хотя бы 2500 кого-нибудь улучшить. Так, ну что ж, давай, я пока помню, как я делал. Так, вот этого замораживаем. Так, сразу забираем сундук. Так, следующую заморозку ждем. Так. Странно, почему-то я вот только что я играл... Подожди, вот смотри. Только что я играл, получал и все. Почему сейчас не получается? Так. Странно, странно. Вот я только что играл, у меня все получалось. Я два сундука брал. Сейчас я не могу второй сундук брать. А что я делал такого интересного? Надо посмотреть. Вот мне прям интересно. Так, кого будем улучшать? Так, значит, либо вот этого, значит, да? Спиарм. Спиарм. Что за спиарм? Такое название. Потом вот это Ахеман. А сколько их там вообще количество? Так, значит, тут их два. Этих три. Ну давай вот этих улучшим. Потому что у нас с топорами два только чувака. Только два чувака. Так, ладно. Вот этого улучшим. Хорошо. Ну что ж, может быть получится на этот раз получить два сундука. Так, этот мы разбиваем, деньги получаем. Ну, всего лишь 500. Это очень мало. Так, ну все, смотри, наших всех убили. Вообще интересно, подождите, ребята, а что это тогда такое дело, что получало все? Так, эти защитники, они защищают, да? Давай вот так поставим. Не знаю. Так, этого сразу. Либо может кого-нибудь уничтожить, вот этого стрелка уничтожить. Ну хотя, я не думаю. О, отлично, отлично. Мы сейчас этого заморозим. Вот, он ничего не сможет. А, он, хотя и так он не мог ничего сделать. Хорошо. Так. Плохо, что я двоих не могу выносить. Так, ладно, еще раз. Так, заморозка. Стреляем. Так, так, так. Так, ждем вторую заморозку. Так, 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 так. А, все, вынесли мы его. Так, все, заморозку вторую. Так, сразу заморозили. Так. Ох, нифига, а почему его не взяло? Подожди, интересно, его даже атака не взяла. Так, значит, улучшаем. Так, ну у нас только улучшение на вот этого чувака с топором. Ну давай его улучшим. Так, поехали. Так, сразу вот этого замораживаем. Чемоданчик забираем себе. Так, а вы видели, деньги добавили или нет? 500 было.
500 было, 500 и осталось. Почему? Да, нам сейчас еще не хватало этого. Так. Блин, ладно. Не успел его. Эх, давай, давай. Смотри, его не берет, прикинь. Его реально это не берет. А этого верхнего берет, интересно, или нет? Сейчас попробуем. Так, сразу замораживаем вот этого чувака. 1200 было, 1550 нет, вот увеличивается нормально. Так. Сейчас заморозочку еще используем. Так, знаешь, что я подумал? Так. А! Прикинь, я это, короче, заморозил, и он улетел. Ага, он умер. Так. Ладно, еще раз пройдем. Еще раз проверим. Я думаю, знаешь что? Вот смотри, вот этот он стреляет, он этих всех выносит. Я вот так сделаю сейчас. А я знаю, лучше вот это вот так вот поставлю. Хоп. Так, и вот это, чтобы не выносило вот этих ребят, этого поставим сюда. Но видишь, этого будет выносить. Блин, что ж делать? Эх, а он нам нужен, да? Ладно. А нам вот это, в принципе, не сильно нужен. Один раз только стреляет. То главное выстреливать. Успевать. Так. Все, видишь, разнес его. Ладно. Замораживатель зато есть. Так. Вот этого заморозили. Так, пройдемся. Может и пройдем этот уровень, не знаю. Попробуем. Не-не-не, нифига. Не прошли, но зато интересно даже. Так даже интересно. Так, сейчас кого-нибудь прокачаем. Эх, ну давай вот этого прокачаем. Их больше всего, да, раз, два, три. А, их трое только. Ну, не сильно много, но пойдет. Так, сразу замораживаем вот этого чувака. Получаем деньги. Так, 450, значит, добавляю 350. Ну, тоже неплохо. Так, заморозочка наша. Ох, смотри, как пошли хорошо, а. Во-во-во-во-во, пошли хорошо, прям, может быть, сейчас мы их одолеем. Давай. Не сможем. Ну, в принципе, близко были. Так, давай еще раз. Сразу же этого замораживаем, дядю. Так, 1500 у нас есть денег, хорошо. 1500. Вот этих стреляющих, я вот не люблю вот этих стреляющих. Они мне очень мешают. Так. Не пройдем, наверное, не. Опять такая же ситуация. А, нет, хотя смотри, алло. Сейчас Ай, этот же, блин, замораживатель быстрее. Есть, заморозил, есть. Давай, долби его. Ну, они что-то... О, слабый. Ну, блин, выиграли, интересно прям. Король, ты чё 2700-то дал, алло? Побольше денег не можешь дать? Чё эти 2700 там? Эх, 13 уровень, наверное, вообще жестокий будет. Ну, конечно, появились новые какие-то с кувалдами мощные чуваки. Так. Что мы можем... Кого мы сейчас делаем? Давай стрелка. 7 уровня. Может, они выносить будут получше. Так, сразу заморозка вот этого чувака. И денежки я сейчас возьму. Так. О, давай, долбите их. Есть. Так, заморозочка. Давай быстрее. Вот, заморозили. Так. Не, смотри, тяжело очень. Все, этих разнесли наших. Да, тяжко. Так, ну у нас тут еще, смотри, вот есть священник лечащий. Давай его поставим сюда. Этого сюда. Во. Сейчас будет получше. Че вы думали? Конечно. Я деньги-то все сразу беру. Что мне не нужны, я делаю улучшения потом. Но у нас стреляющих много очень, понимаешь? Так, этого сейчас быстренько заморозим. Так, он у нас, смотри, банда такая большая. Да, не знаю. Должны его забить. Все. И один лучник у нас пришел. Король нам дал 3000.
14 уровень. А у нас, смотри, сколько еще уровней. О, нормально. Так, лучника мы сюда ставим, да? А зачем нам сюда его? Ну, в принципе, этот будет стрелять этот уровень. Так, ну что ж, давай кого-нибудь улучшим. Тут еще какие-то чуваки с дубинами появились. Я думаю, они вообще будут жестокие. Так, давай, знаешь, вот этого улучшим. Точно. Заморозку. Эх, жалко, жалко мне было, конечно, столько денег платить за заморозку. Угу. Да, ну ладно. Давай, поехали, посмотрим. Вот видишь, мы сейчас вот замораживаем. Ох, нифига, а что-то, что это было? У нас что-то падает с неба, лед. Блин, офигеть. Ну давай, берись ты, чё, а? Может, мы и вынесем их, смотри. Давай, давай, давай. А, нашего этого убили. Ну, ничего страшного. Давай, стрелок, стреляй нормально, быстрее. Ты что такой медлительный-то, а? Перезаряжаешь там 3 часа. Да, ну, проиграли, конечно. Так, здесь какая-то шляпа падает. Что делать тогда с этого, с этим? Этого надо сюда поставить тогда. Но эти у нас погибнут. Да. А ну-ка. Вот так сейчас сделаем. Видишь? Вылетают, падают, уничтожают их. Так, ну что ж, ладно. Хотя бы монетку мы взяли, подняли. Да, тяжело, тяжело, конечно. Уровень вообще тяжелый. Это вообще неубиваемый чувак. А, подожди, может они трясут... А, они, может, кувалдами бьют по земле и падает... льдины вот эти падают. Смотри. Так. Вот эти бьют они, короче, падают эти. Да, 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 да. Вот они бьют, короче, вот этими штуками и падают сосульки. Да ё-моё, а. Как мне вас убить-то, а? Ну, они мощно, они выбивают конкретно. Конкретно выбивают. Так, где у нас там спасатели вот эти? Лечащие. Вот этому давай сделаем. Вот он будет лечить нас лучше. Угу, поехали. Надо вот этого... А, они еще не выносятся, прикинь. Сила у нас слабая, короче, мы только этим можем разбивать. Ладно, мы будем тогда... Тогда что сделаем? Мы тогда будем этого какого-нибудь уничтожать. Стрелка вот этого, он не сильно сильный, короче, но он как-то будет выноситься. Хотя бы. Два нам, два этих дали. Чувачка, священники пришли. И 3500 нам дал король. Да, нифига, потом мы сюда пойдем. Интересно. Так, ну что ж, посмотрим. Так, вот этого сюда. Стреляющего. Блин, смотри, что творится, а. Эх, дядьку вот этого спасателя поставить. Вот так, что ли? А этого куда? Ну, они вынесутся сразу. Так, что у нас тут получается? Сделаем. Давай стрелка увеличим, да? Или вот этого? Давай вот этого лучше. Не так много денег ему не надо. Так, ну что ж, атака. Надо вот этого замораживать, потому что он конкретно, причем, вымораживает. Эти леденцы падают с неба. И сразу же... Вот он, видишь, пошел. Надо его замораживать опять. Так, и сундучок мы один заберем, спасибо. Так, стреляй, что ты стоишь? Ну давай, идиот. Убила его. Ну, ладно, мы хотя бы выносим два сундука. Так. Замораживаем сразу этого дядьку. Забираем себе чемодан. Так, и тут вот этот чемодан мы как бы сами его поднимем. Должны. О, вот этот опять начал стрелять. Зараза, а. Так, замораживаем. Так, забираем чемодан.
Так, ну смотри, чемоданы мы успеем забирать, потому что мы этого замораживаем, чувака. Если мы бы его не замораживали, ничего не было бы интересного. Так, давай кого? Ну давай вот этого лечащего. Пусть он лечит. А где у нас? Вот этот же лечит, да? Вот его бум. Пусть лечит нам. Так. Так, замораживаем сразу вот этого. Стреляем сюда. И ждем. Давай, лечащий, чувак, лечи хорошо. Так, все, замораживаем сразу опять этого же дядьку. Стреляем в этого. Есть, вынесли одного. Так. Вот это мне нравится. Блин, льдинки падают и уничтожают всех, короче, ладно. Ой, наверное, на сегодня все тогда. Ссылка на плейлист с прохождением будет под этим видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось прохождение этой игры. Пишите комментарии, какие игры вы хотели бы видеть на канале Dudaplay. А всем отличного настроения. Всем пока-пока.